написали нам, что это catchweight, то есть промежуточная весовая категория. И атакуют, в том числе и в туловище. 26 боев, 26 побед, 21 нокаута. Который был потом чемпионом мира. И... второй раунд мы смотрим. Миранда в атаке. Дрался со сломанной челюстью. Очень трудно всегда было пробить Артура Абрахама. Справа вообще ни одного удара. Абрахам в атаке. Он там, похоже, ниже пояса ударил. Да, ниже пояса. Болезненный удар. Да. Артур Абрахам на данный момент чемпион мира в среднем весе. Он завоевал титул еще в 2005 году. И он его 7 раз защитил. Это у него получалось, уже там в каких-то соревнованиях он участвовал. Это умышленно отдал ему инициативу, не возражает он. Попадает, попадает Абрахам. Остался в июне 2008 года, штат Флорида. Пропускает Миранда, очень жесткий удар, отправляется на пол. Отсчитывают ему нокдаун, достаточно тяжелый. Ну и Абрахам бросает. Оу, левый боковой, длинный левый боковой. Точно в челюсть. И еще полно времени у Абрахама, чтобы добить соперника. Ну что, рефери, да, рефери все, останавливает бой. Победа техническим нокаутом в 4-м раунде. Это не был чемпионский бой, Артур не выставлял свой пояс. Ladies and gentlemen, we have the time of 1 minute 13 seconds of round number 4. A referee in charge, Telis Asemenio, starts the contest. He is the winner by way of technical knockout and still undefeated.